Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи интернет-магазин попадив10.ру. Сегодня к нам на видеообзор попал лазерный целеуказатель, самый обычный, который идет в комплекте со многими пневматическими пистолетами, такими как Swiss Arms P92 или Gletscher Beretta, также 92 авто, ну и многим другим пистолетам, у которых есть планка вивера снизу или сверху, или в любом другом месте, куда можно одеть данную модель. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что внутри. Собственно, внутри у нас идет два ключа. Это первый и второй ключ. Лазерный целеуказатель и набор дополнительных батареек. Зачем нам нужен первый ключ? Он нам необходим для регулировки прицела. Здесь у нас есть два виточка, которые регулируют саму точку. И есть второй ключ, при помощи которого мы можем открутить и прикрутить нашу планочку к пистолету. Вот так вот она отпускается, и потом мы закручиваем назад. По поводу того, как включается лазерный целеуказатель. Вот здесь есть такой переключатель, ты в него пальцем тыкаешь, сдвигаем его, и вот включилась у нас целеуказатель. Назад защелкиваем, отключается. Еще раз показываю. Включили, включился. Долго намучился в первый раз, когда игрался с данной моделью. Учтите, что кнопка должна быть плотно докручена вниз. Под нее устанавливаются наши батарейки. В комплекте идет два набора батареек, так что, в принципе, вам его хватит надолго. Конечно, если вы не будете его просто оставлять включенным. Вот набор батареек. Вставляем назад. И закручиваем. Учтите, что в таком положении не работает. Все, вот пока не закрутим до конца. Все, докрутили. Включился целеуказатель. Все просто и понятно. На этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин попадив10.ру. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и будете получать полезные видеообзоры. Если вам понравилась данная конкретная модель, ссылка на нее находится в окне с вашим видео. До свидания.